Профориентация креативна и увлекательна. 60 учеников из 3 школ города посетили первые в этом году экскурсии «Движение первых» в рамках проекта «В гостях у ученого». В школе креативных индустрий ребята создавали и записывали электронную музыку, гуляли по улицам города с помощью VR-очков, учились монтажу и анимации. Команда школы креативных индустрий встретила участников концертом и викториной на тему востребованных сегодня профессий. Познакомиться с ними поближе можно здесь. В школе обучают дизайну, анимации, 3D-графике и звукорежиссуре, основам создания виртуальной реальности. Я хочу получить очень много новой интересной информации, возможно, попробовать что-то сразу в действии. Я думаю, будет очень интересно. Прогулка по улицам города, не выходя из здания школы креативных индустрий, с помощью VR-очков. Технологии впечатляют, признаются школьники. В этом кабинете ребятам рассказали, как создается виртуальная реальность. Виртуальную реальность. Да. Смотрели. И как ощущения? Это первый раз? Голова кружится. Да, и голова кружится, правда, если долго так вот стоять, то голова начинает кружиться. Не надо никуда выходить. Дома можно где угодно оказаться. Школьники креативили и в студии звукозаписи. Каждый попробовал записать свой уникальный трек. Мы занимаемся написанием новой музыки. Ну, мой друг Илья занимается новой музыкой. Ну, как говорится, записывает ее. И применяет ее. Я думал, вы продолжите. Вот. Мне нравится это дело, я хочу его развивать в будущем. Ну, и, может быть, даже сделать профессию, связанную с этим, и подтянуть свой интерес к этому. Попасть в школу креативных индустрий может любой ученик старого оскола. Правда, перед этим необходимо вступить в движение первых. Этот проект направлен на популяризацию науки, на знакомство ребят с новыми технологиями, развитие технического творчества, а также на возможность ребятам определиться с выбором будущей профессии. Мы вводим экскурсии в различные научные центры, в институты, на предприятия нашего города, где ребята могут уже познакомиться, что же близко их сердцу. Проект «В гостях у ученого» стартовал в сентябре прошлого года. За 4 месяца через него прошла 1000 школьников старого оскола. Экскурсии в школу креативных индустрий будут проходить 2 раза в месяц. Анастасия Проурзина, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал.